Ну что ж, продолжаем мы изменять внешний вид нашей доты. И пришло время изменить вард. Теперь у нас будет красивый вард. Давайте глянем, сколько у нас стоят варды. Если глянуть просто в магазине, стоит по 240 рублей, по 420. Но что-то мне не хочется платить эти деньги. И лучше я сделаю на халяву. Потом мы даже сделаем один вард, который на торговой площадке стоит, по-моему, 800 рублей. Смотрите, самое главное... Эти варды будете видеть только вы. Потому что мы изменяем внешний вид доты. Мы не взламываем ее, да? Мы не получаем на халяву итемы. Нет, ни в коем случае. Потому что за это забанят. А мы изменяем внешний вид наших ресурсов, поэтому варды будете видеть только вы. Здесь тоже свое преимущество. Смотрите, давай сначала я покажу, как выглядят стандартные варды. Вот они, стандартные. Обычные, никчемные, страшные, уродливые вардики. Давайте сделаем предосмотр. Вот. Просто чудище. Сейчас я вам покажу три варианта вардов. Просто как превьюшка будет. А, первый вариант вардов. Опа. Опа. Вот мы видим очень красивые вардики. Очень красивые. Второй вариант вардов. Тоже красивые варды. Рыцарь. И третий вариант. Опа. Опа. Эти варды, кстати, они относятся к Enchantress, козе. Очень красивые тоже, смотрите. Все, теперь я вам покажу и расскажу, как можно стандартные варды заменить на любые другие. Для начала нам надо будет скачать одну программу и один скрипт. Программа находится по этому адресу, ссылка будет в описании видео. Называется GCFacescape. У кого она есть, скачивать ее не надо. Еще раз говорю, что лучше скачивайте установщик, чтобы было легче потом. Вот, кстати, мне там один зритель написал, типа, она у него не запустилась, скорее всего, потому что он не соответствует требованиям. Если у кого-то не запустилась, читаем, скачиваем дополнительные ресурсы. Все, скачали программу, установили, все, дело сделано. Потом скачиваем скрипт. Он находится на моем сайте ArxPlay. Переходим в скачать файлы. И вот он скрипт. Для чего он нужен, я скажу позже. Ну, кратко говоря, в первую очередь он нужен для автоматизации ваших действий. То есть вам будет гораздо легче. Но потом видео вы увидите для чего. Опять скачиваете архив, распаковываете, достаете оттуда файл. Все, вы скачали программу и скачали скрипт. Теперь мы можем двигаться дальше. Самое главное, что мы должны сделать, это зайти в свойства игры, установить параметры запуска и прописать эту директиву. У кого ее нету, кто не прописывал, пропишите. Чтобы убрать все наши изменения, мы просто убираем отсюда директиву и все, все у нас будет хорошо. Чтобы работали изменения, прописываем ее. Далее идем в папку с игрой. Нажимаем локальные файлы. Просмотреть локальные файлы. Открывается папка. Заходим в Dota. Теперь нам нужно создать папки по этому пути. Dota Models. Нету папки Models. Создаем. Создать папку Models. Заходим. Дальше Props Gameplay. Создаем папку Props Gameplay. В эту папку сейчас мы копируем скрипт, который мы скачали с моего сайта. Копировать. Вставить. В итоге у вас такой адрес будет Dota 2, Dota Models Props Gameplay, и здесь будет у вас скрипт. Теперь копируем весь наш путь. Открываем скачанную программу GCFScape. Нажимаем открыть и прямо сюда в имя файла вставляем весь наш путь. Открыть. Теперь поднимаемся на пару уровней вверх. Вот эта кнопочка.
и открываем ресурсы Доты. Все как обычно, кто смотрел прошлые выпуски, они это все знают. Пак 01 DIR. Открыли. Теперь смотрим путь. Вот наши варды, которые я показал вам в видео. Но там будут и остальные другие варды. Что теперь делаем? Переходим по этому пути. Дальше идет папка Models. Потом Items. Вот она, Items, видите, открываю. Дальше варды идут. Варды пролистываем вниз, находим варды. Вот. Вот все варды, которые мы можем использовать. Смотрите, вот видите список. Здесь, к сожалению, нету превьюшки, то есть здесь нету предосмотра. Мы не можем увидеть заранее, что это за варды. Вы можете пробовать или все использовать по очереди, или искать уже в Гугле по имени. Смотрите, мы сделаем на примере этих вардов. Да, эти варды на Steam площадке, торговой площадке, стоят 800 рублей. 800. Мы поставим бесплатно. Находим, вот они, эти варды. То есть вот у вас открытый список, видите, вот он путь, да, у вас. Вот, путь всех вардов, это текущие варды. Выбираем нужные нам варды. Вот мы видим список. Портал. Кто-то хотел портал варды. Вот они, портал. Акула. И так далее. Тинг. Потом есть клоквер варды и тому подобное. Мы находим наши варды. Вот они. Что делаем дальше? Выбираем папку. И с этой стороны выделяем все три файла. Копируем сюда. В итоге по этому пути Dota Models Prop Gameplay у нас будет наш файл скрипт и вот эти вот три скопированные файла. Теперь, собственно говоря, для чего нужен этот скрипт? Я написал его сегодня, в первую очередь, для вас, да? Это автоматизация ваших действий. То есть, нам нужно было бы копировать эти файлы и постоянно их переименовывать на default и так далее. И потом удалять. Все, теперь это делается автоматом через скрипт. Смотрите, еще раз показываю вам быстренько. Мы копируем любой вард. Например, я хочу вард портал. Довольно красивые варды. Копируем. Нажимаем скрипт. Опа, он сам переименовывает. Все. Запускаем доту. У нас работают варды. Все очень просто. И теперь смотрите, как менять на другие варды. Нам не нужно удалять вручную эти. Мы просто открываем опять программу. Любые новые варды. Захотели какие-то новые варды поставить, да? Вот, Chinese тоже очень красивые варды. Китай. Но мы сделаем, которые хотели. Помните, 800 рублей. Вот эти вот. Просто копируем. Опа, скрипт удаляет старые варды и переименовывает новые. Все, теперь все готово у нас, да? Запускаем доту, смотрим. Все, запустили доту. Теперь я хочу опять вам напомнить. Мы переходим в магазин, потом переходим в снаряжение и переключаем общие предметы. Смотрите, если у вас здесь будут стоять варды, в игре будут отображаться они. Чтобы работали наши, которые мы сейчас изменили, да, здесь должно быть пусто, снять. Вот, это будут варды по умолчанию. Ну и дальше, как обычно, идем игра, локальное лобби, создать, занять место и поехали. Все, началась у нас игра, пикаем любого героя. И покупаем вардики. Который стоит 800 рублей, напомню вам. Опа. И опа. Вот наши варды. Вы видите, все прекрасно работает. Давайте я увеличу. Вот. И это чудо стоит 800 рублей. Все. Ждите новых видео. Мы дальше будем изменять доту, мы сделаем курьера себе на халяву и так далее. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.